дорогие друзья, поздравляю всех с наступающим праздником, с Днем Великой Победы. Мы низко кланяемся тем героям, которые приблизили победный май 45-го года. Это чистое голубое небо, это зеленая трава, это луговые поля. Это все благодаря людям, которые боролись с нацизмом, с фашизмом и пытались истребить эту кровавую нечисть. Дорогие юные пятигорчане, я искренне уверена в том, что вы, юные патриоты своей Родины, оправдаете доверие старших товарищей, станете истинными патриотами своей Родины. Гордитесь тем, что вы родились на русской земле, что вас взрастили, вырастили, выучили именно здесь. Потому что именно от вас, от молодых, юных, красивых, горящих, зависит то, каким будет наша страна. На мировой арене мы всегда занимали лидирующие позиции. Так давай же те же вместе будем хранить память о том, какие испытания выпали на долю нашего народа. Эта память навсегда останется в нас, в наших детях. Мы будем связующим поколением, которое будет хранить и бережно передавать эту память будущим поколениям. Объявляется минута молчания в память о тех, кто приблизил победный май 45-го года.